Всем привет, с вами Киберзаготовки, и сегодня у меня получилось украсть череп пепельных ветров. Пока все работают, я сижу играю. Что у меня получилось, смотрите дальше. Поднимаемся на корабль, поднимаем якорь, ищем ближайший камень и прокладываем маршрут. К счастью, камень оказался максимально близко. Немножко пришлось ускорить видео, чтобы вы не теряли свои минуты на нашу подписку. Спасибо вам. Следующая остановка. Камень. Плыть и бежать впадлу, поэтому отправляем бригу в сторону нашего шлюпа. Параллельно цепляем камень, чтобы не оставить ни малейшего шанса. Соперник убит, корабль весь дырявый. Починить его явно не успеет, потому что я знал, что он один. Поэтому можно идти лутать все, что он выбил. Ближайшим местом сбыта оказался приют смерти, так как у меня не было эмиссарки, я даже не думал, куда мне стоит плыть. Проверив, чтобы в округе не было кораблей, я приступил к продаже всего, что мне удалось украсть. Всем спасибо за просмотр, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, в комментариях обязательно напишите, что вам не понравилось. Всем удачи!